Друзья, привет! Вы на моем канале Маргарита. Ребятки, не забываем про опцию «Супер спасибо» и заказываем батлы на любимых исполнителей. Артем, спасибо. Ребятушки, будем рвать на битах. Пошумим. Поехали, друзья. Спасибо. Салют всем, с вами Дэн Чейни. Это четвертьфинал турнира «Рвать на битах». Питер, сделайте максимум шума. Мы проводим наш турнир при поддержке нашего генерального партнера БК-марафон. Тот марафон, в котором ты выйдешь победителем. Также ты можешь поддержать проект, приобретя наш официальный мерч в товарах ВК и в нашей красивой футболочке за моей спиной. Диджей Пердас. Скажи, пожалуйста, а будет судьи в этом батле? Мы, да, знаем. Будет, кажется, я там слава посмотрела Богу. Немножко так, этим вот так сделала. Да. Вот, ага. Судьи, кажется, есть, да. Слава Богу. Шума диджею Бердасу. Бердас, привет, Бердас! Он его каждый раз по-разному. Сейчас Бердас, до этого Бирдас. Угу. Команда по левую руку от меня, назовите свое имя. Блок Крюк, город Горький, йоу. Так, это новые для нас два рэпера. Новые? Команда по правую руку от меня, назовите свое имя. Делаем максимум плюсов Тимуру в личку, не считай собаки, город Нижний Новгород. Слушай, они вообще молодые. Это четвертьфинал. Победитель проходит в полуфинал, проигравший вылетает из турнира. Меньше слов, больше дела. Первый одиночный раунд. Бит команды Блок Крю. Рвать на битах начинает Блок Крю. Тимак против Тимми. Поехали! Тимак против Тимми, давай. Тимми будет. Тимак, ну-ка, стой. О! Тимак. Эй. Ой. Ай. Я. Привет, Тимурик, снова выдавишь кал на бит. Этим является каждый твой стих. Мне похуй, кто ты, пикинеш мастив. Мой желудок слепой, брас обоих вместит. Ведь там мой поджуток, тут я юмы шкуры дырявить. Вот этих вот сильный добыть. Я включу в этом шутере френдливая. Дабы в этой паре въебывать своих. Освежевать себя койота, как асту морган. Вы пиздец, битов, как без щитов, как гордала. Тело я подумать не покинул порт. Ну что скажу, молодец. Интересно читается. Очень интересно. Новый для нас исполнитель. Что-то новенькое. Очень звучание. Очень интересно, молодец. Да, такой мы не слышали. Читает все четко, все звонко. Он как будто таким зубов, да. Шепотом таким, как молодец, будто читает. Молодец, умница, нравится мне. Когда читаешь на минус, я пишу плюсы от борта. Нахуй твою чудара, тот бы флоу соло в топку. Мы положим эту пару тела после хлеб на стопку. Это не катка в тот, 11 скороговорок. Вас переоценили тут, как наш родной город. Черные первые мрут. Твое творчество не кажет мне 7-5 и волну. Слышал пару твоих треков, не пойму, что там подруг. Зато кричишь, что-то не пять, но все просишь пейплу. Вот парень помидан, как Харфиотерикс. Но вряд ли он выдаст, как вы разные дури. Нет, я ненавижу собак, как мы Нерикс. Я их ненавижу, блядь, как грязный луи. Закончите здесь, как собачий год. И вы никто без битов, кроме банчит кот. Пускай банчит кот, который скачет плод. Убираю ваших звезд, как дырачит кот. Тимурик нищий на банчи и скучный на них. Блюдо так глупенький, дети, вы не ебаться фаворит. Им плевать на содержание. Ну, действительно, у него в его голосе, да, в его подаче что-то новое есть. Да, и пальчики, да, хорошие про он собаку так говорят. Интересно читает, как будто так немножко приглушенно шепотом. Да, да, молодец, интересно. Хорошо читает. Мне что-то новое, нравится. Что-то Марина новое. Исполнение интересное, да? Uh-huh. Мне тоже нравится. Не кричит, а так тыка-тыка-тыка-тыка-тыка, да? Тики-тики-та. Тики-тики-та, да. Он читает прям, знаешь, так хорошо читает. А вот это пиздит, он как пищащая телега, Шильдина, без кредита, ебло. Я готов плевать, что я ебло, но вступал на хуйня, я садусь тут эталон. Этот хуй надел корону, так и не завидев трон. Но так назагу с рационе, то и кок, батлон и кок, и с вами батл МС. Но судьи падают, как смесь, не выходит рамси. Я не почувствую напор, беди с подругой, ты волковый на мозги, без бетон, чтобы сейчас ебаться в ногу. Эй, шарик, тузик, да вы мастера дискуссии. Ух ты! Подъемник вверх тянут, пути подлюзи. Слушай, раунд, из моей страны без иллюзий. Сахай, пызл, а вы примите рта, чтобы... Ты знаешь, что получается у них? Они как будто читают в два голоса. Угу. У одного голос пониже, а другой повыше. И у них получается как терция. Так, понимаешь, красиво, да? Прям красиво. Прям вкусно получается, да, реально. Нравится мне эта группа. Молодцы мальчишки. Друг другу очень хорошо дополняют, да? И панчи хорошие, и текст неплохой. Скажи, да? Да, классно. Текст неплохой, молодцы. И я вот хочу вопрос. Нет нейтральных проходных строчек, которые мимо. Круто, все в цель, в точку. И вот хочу просто вопрос задать, да? Вот они молодые батлеры, да? Батлерки. Молодые. Они стараются, да? И у них текст интересный. А кто уже более такой блатной такой, да, якобы там, да? На батлах. У них текст, они уже более, мне кажется, не очень так, да, нахально готовятся. У них заготовок много, да? Они же повторяются, они же сами друг про друга это говорят. А? Ну, может быть. Как ты думаешь? А?
У них все равно заготовок много. Нет, мне кажется, хорошо готовятся. Их штрафуют, если они плохо. А нет, да. Их штрафуют, если они текст забывают. Да, да, да. Но сам текст... Крутые но... батлеры, они хорошо всегда готовятся. Молодцы. Молодцы, ребятки, молодцы. Раунд, блин. Йоу-йоу, ответный раунд от Тимми, поддержим народ! Тимми, это Тимур, оказывается, да? Е-е-е-е, гайз! Наверное. Наконец-то это настало, е, мы рады вас всех видеть, let's fucking go! Ух ты, что такое let's fucking go? Поехали. Да? Let's fucking go! Окей, потише, пожалуйста, тише. Ух, какой ты молодец. Dangerous, напротив МС, что рифмует пенис и хер, ладно? Ух ты! Уехали нахуй, приехали пенис и хер! Я пожмогу твою тусовку, там каждый готов глотать, но я вижу, как чемока уже сносится перегами. Я в раннем книгал, тут был бы загубный мать, ни один человек губы тебя нахуй не замечал. Молодец. Ты бродишь, какая джаба, на РФ прошли кто? Пускай жабы, бля, бре, кирпичи заторгнут, да не, маме. После баца тебе нужен будет план Б, вынеси нас и даже не плейбэк. Вот скажи, да? Вот они тоже молодцы, да? Вот настоящая у них команда, да, группа, да? Слаженно, да, слаженно работают. Слаженно. У них все четко. Где надо вот на... вступить, например, вот соло, да? Соло вступить. Он вступает в такой момент, когда надо, чтобы два голоса прям сливались, да? Угу. Скажи. Батлишь на бобни, но да, мэн! Твой рот вынесел микро, тебе даже вынесет микро, так что вы сам ирона, я не говорю, что вы проебете с провалом, но за вас отдаст голос бахвалом. Я чую, что ваш андер реально крут, и даже у Дэна он реально в подсчете. Должно быть как минимум два члена, как минимум оба не в жопе. И ты будешь читать про собак, ведь мы так задрали нос и стукнули лапой. Когда вам дует шапку паблика пидоры, она становится шляпой. Чуваки, никто не видел здесь парня, вот такого вот роста. Он еще косит под Сидорема. Если вы видите его, то давайте все вместе скажем ему. Жулик, не воруй. Жулик, не воруй. Жулик, не воруй. Жулик, не воруй. Мы не респектовал рэп. Мы посчитали твои банчи, кидали за каждый себе бабки на счетах. Мы посчитали каждый твой банч, Дима, после чего назвались нищета. Андердоги, быстро говори, похуй, как-то назовет ваш главный богатя. Кирпичисты, художники, но ваш потолок это грабитель ВКонтакте. Похуй, ларка, похуй, прикатаны. Может, потому что реально из этих пятиков не внутри, а наши поэты протащили ваши задницы, пацан. Так что небо строит тут бойца. Все равно, конечно, очень сильно. Шикарно. И мне нравится, как он рукой так всегда делает. Рукой, да? Да. Интонация как он меняет. И это помогает ему. Это вот это то, что он так рукой двигается, помогает ему правильно исполнять. А интонацию он как меняет? Да, да. Да. Понимаешь, это тоже. Не просто так все это. Все обдуманно. Профи. Молодцы, профи. Киллер. Там впереди идет нищета. Название Бугрю, хуйня, не брат по правде. Но звучит как лайк в Майнкрафте. Молодцы, мальчишки. Молодцы, молодцы. Как сказать по-английски молодцы? Well done. Well done. Done. Well done. Well done. Нищ. Вообще нищету, да. Все поддерживают, очень да. Очень много фанатов у них, да. Ага, очень выберите много. Выберите победителя этого одиночного раунда в голосовании. Я не знаю, кого выбрать. Ну, я, извини, я вот это блок Крю, это новый для нас исполнитель. Мы еще так сильно не прониклись к ним. Mm-hmm. А нищета это уже... Нищета это собаки, уже собаки это уже люди, которые мы знаем. Проверено, да. Проверено. Угу. У нас второй одиночный раунд. На этот раз бит команды «Нищета и собаки». Это Soul против Хаста. Поддержим народ! Soul против Хаста. Давай. А теперь пошел, держись покрепче. Ой, не могу, держись покрепче, братан. Он будет говорить, что бит ему не понравился, ну ладно. Ой. Давай, пошел. Держись покрепче, говорит, Донч. Soul, тебе Soul, тебе Soul, Давайте вспомним его текста. Шикарно. Чем там всем насать просто, да ты о чем придурок? Это просто пизда, что за Амики Кинза. Да тебе говорит, бау, пойди сменился в писи климат. Так себе, чем да вы что говорите? Ваш киль умер, ему гроб подарите, с ним поговорите, его похороните! Йо, как тебя
молодцы, ни одной ошибки, да. Как говорили, что про кого говорили, что он отличник в батлах? Про Валю это сказали, что он отличник в батлах. Мне кажется, Сол тоже он отличник в батлах. Да. Он делает все как надо. Вот отличник. Валя тоже молодец, да. Ну, Валя, это ладно, это просто. Эту фразу просто я запомнила. Как он хорошо читает, без ошибки. У него практически никогда не сбивается. Угу. Так все качественно, да, скажи. Угу. Все, и текст мне нравится, понимаешь? Текст интересно слушать. Даже у них текст всегда сбалансирован. И приколы есть, и жесткие панчи есть, но их в меру, их не очень много. Тебя не гоню в том, что ты мудаем, больше не напроем. Вот что мы выдаем, мы два серых лагаем вам, то, что вдвоем идем сюда, хуй ты, твой район. И мы, братья Карамазовы, слял бы я всю путь, все равно бы не промазали мясо, это не ваш, так что пашу я завязываю. Вы знаете, сами туда ничего рассказали. Вся твоя банда, бой как ламинат, я тот самый барак из пачи. И пока все будет, окей, бичаку на мотат. Жуй твои бананы, туда и обратно, бляк. Туда и обратно, вам нравится в Питере, правда, ребята? Быстро поменяли покровку на лиговский. Тебе приснилось, ты кто такой, расскажи мне, набилась горбатая гора. Тебе покорилась, нарекай штуку, лей, Рикардо Милос. Бой граффитист, без душа в кармане. Армия Шарагова, твой институт, не в реальной жизни, не даже на банке. Так и не смог убрать нищету. Ради бабок, а потеху слабым чувачок. И себя не помеха, справа, слышь, ваши бредни, не заставляй зал. Твой декадей, подставляй зал. Я ночами не спал, прокачивал скилл, это, видимо, гнил долго. Йоу. Анальный колес мужчин, властелин, это правда, real token. Я и Али Джаров, да мы дали жару, да мы взяли все, что не так бежало. Вошли в игру, пока вы рожали, включили свет и поменяли жанр. Что ты мне можешь предъявить, батла, за стримы, что я корреспондент, по факту он будет меня хвалить. Сейчас предъявит кто-нибудь. Пока ты ударил по душе оппонента, гербальная победа. Послушаем, да, ответка какая будет. Тебя даже не отдавать, я начну перелить там. Привет, так стемпл. Тебя не спасет и пиздол, ты сидишь на тикток, сыграешь на бите, гроб, это битбокс, ты не сможешь победить плов, это не кто, ты гейлорд, ты не кто. У него круто очень, конечно. И он умеет разнообразить свое звучание. Mm-hmm. Да, он по-разному может. Mm-hmm. Голос классный у него. Ага. Чем ты мне ответишь, говорит? Сейчас посмотрим, что ответит. Мы-то его еще путем не слышали, да? Первый раз будем сейчас слушать этого исполнителя. Прям... Молодец. Качество это все сделал. Вот оттуда такого оранжевый бегает. Это их друг, наверное, который на подтанцовке. Да? Ага. Наверное. Сегодня он в оранжевом, вчера в красном был. А? Это он или нет? Нищета, все за нищету. Красавчик. Ответы. Второй одиночный раунд от Блок Крю отвечает Хас. Без лишних слов, погнали. Блядь. Охуенный бит, братан. Супер, просто пушка. Ты лучший. Тимми лучший. Тимми Сол. Нахуй. Кричал на заявки, кто из вас дом, ебался, вилял хвостом. Уже на тот момент я хотел, чтобы сдох, но лодки пришлось набить по порядку. Сколько вас... Ну что говорить, не буду. Круто, круто. Душой, слово не пацана, буду. Слово пацана. Шикарно, круто. Шикарно. Я говорю, большую роль играет голос, да, все равно. Да. Тембр голоса, да? Четкость голоса. Класс. Блин, знаешь, вот не поверишь, мурашки прям вот, как он классно читает, да? Скажи. Не врешь? Нет. Такой голос прям такой, да? Очень крутой. Шикарный. Молодец. Тут не считай собак для города Горького, ты слишком сладкий. Глянешь бабки у школьников на стриме, но при этом живешь в достатке. Паренек умел, но ему не вдомек. Он столкнулся не зубами с гранитом науки, а губами с хуем. Тебе по-любому гарантирован твой сатир и проем. Бой караоке, не бери микрол, руки, бой, турнир, бой, не верно, студент на потоке. Питомец такой не глупый, но при этом такой недалекий. Рвать на бита! Рвать на бита, ты будешь срать на контакт. Сайт прикинь так, эй, мудак, тебе полный контакт. Врывается, прям как ракета. Врывается уверенно. Ракета, да? Угу. Знаешь, чем? Чем? Ракета заряжена... Зарядом. Зарядом таким, да? Реально, огненным, да, скажем, зарядом. Да, огненным зарядом. И читает хорошо, и текст хороший, мне интересный. И, слушай, и на внешнем хорошенький, да? Вообще, ребятки, все хорошие, да, у нас здесь? Вот, прям все.
Такие трудолюбивые. Ну, это трудяги, да, это трудяги. Да, трудяги, прям трудяги, я не знаю. Они много времени посвящают этому. Слушай, и зал заряжают. Зал-то и зарядили. А мне, знаешь, что интересно, что они, что сейчас вот, вот эти вот ребята все, они к себе зовут сзади на подтанцовку своих парней и друзей. Ни одной девчонки нет. Зато как там зажигают парни. Посмотри, как их друзья зажигают. Да я видела. Нет, это просто интересно, что вот такой тренд пошел. Да, это интересно. Да, да. Потому что они дают, знаешь что, они дают заряд к залу. Uh-huh. Они же танцуют, и зал видит, да, и они тоже начинают. Они говорят, пойдешь, пойдешь со мной, вот я на батл, и пять человек можешь взять сзади, будешь стоять, танцуй до нереала. Да. Сейчас оранжевый курточку танцует, да. И здесь еще черный, какой-то пацан стоит в футболке черный. Там пляшет, только шум стоит. Ты не понял, ножах, драки, стычки, дрыжалок. Тебе многое даст диплом, но никто не даст тебе с таким еблом. Трипло, покажи хоть 333 флот, ты не даст микро. Ты не Кендрик Ламар, ты Букингена. Даже если переедешь в Букинген, у тебя будто бы Кутергена. Твой путь в руке, домой в голове сюрикен. Но ты так и останешься никем. Ведь никогда не топил за свое, ничего своего никогда не имел. Ты поверил, спятал боец, написал под копирку песни. Вот этот вот, значит, Хаст, мне интересно, что он читает очень круто, очень в быстром темпе может читать, но у него такой взгляд невозмутимый. И вот, он не суетится, вот когда он исполняет, да, он не суетится, да, вообще. Он, да, себя так ведет. Интересно. Мимо бусья, сам припеву подалок с умным лицом на кладбище домашних животных, словно так и зон. Нахуй твой флоу, ёпта, сон. Ну, сейчас надо за ним проследить. Баскетболист, вы ёмный, вы глухие все просто. За нищету все равно. Ну, нищета очень сильные, ну что тут уж говорить. Выберите победителя второго одиночного раунда в голосовании, а у нас третий командный раунд. Тема задания. Раунд как в последний раз. Ох. На этот раз начинают нищета и собаки. Ну-ка. Народ, вы там еще живые? Йо! Сейчас будет. Слушай, никогда вот раньше... Зачем за жизнь, раньше, да? Раньше никогда даже не думала, да, что так может народ вот слушать и так кайфовать, да? Они же танцуют все, да? Руки вверх, они как зомби стоят, да? Даже немножко иногда страшно становится, да? Какой тут народ? Тут я что творю? Сейчас стала бы бегать, начала бы танцевать. Ну, ему правда реально нравится. Ну реально, это такой, такой труд, да. И так слушатели заряжает, да? Скажи, заряжает. Угу. Все любят это так монотонно. А немного эту историю. Ужасно, ужасно. Оставим же хоть ненадолго ты что? Мысли свои я уже проживал. Какой же ты есть и как ты живешь? Куда ты идешь? Ты не поймешь. Тогда скажу вам, просто вникай. Если не слышишь, читай по губам. За этот бесценнейший опыт я благодарен своим пацанам. Вей, Нижград, это мы. Скрудж, кот. Жаба, наби, наби. Пацаны с BPM и Чокин Саунд. Как ни крути, это братка YZ. Но кто вы? За юмор, за каждый актив. Твоя пуха мечта, с тебя задали удержу. Всегда намеры запускают, то лица. Ох, молодца! Хочешь батлиться? Батлись. Но прошу, не наводи на грех. Если не можешь забатлить низ, то не видать тебе путь наверх. Вы те, кто готовы ударить любого, как брут из-под тяжка. Но какое говно вы внутри, видит даже слепая кишка. Ты готов там, нет? Че такое? Третий раунд у тебя что-то стало в горле, ты мне не нравишься, падла. Я не хочу тебя видеть на батлах. Шире глаза, не шагу назад. Ты мне не нравишься, падла. Не шагу назад, напротив, два земляка. Как же мне знать, что придется вас удрывать? Ты долбоёб, если думал, то, что ты не долбоёб. Зал, зал. Курточка, курточка. А? Курточки. Ты глянь, что куртка делает. Это не искусство, то вам дай право, мы не Ван Гоги, вы вандалы. Народ прям шевыряет. Полтораха звучит как порнуха, братья. Жирный бензин, что сверкает пятки. Ты видел улицу лишь на Google карте? А ну-ка потише, мир, мы просим тишины, чтобы они слышали, как они дышат. И золотыми нитями вышито, не стойте на пути у нищеты. Я вижу, ты оприфигел, вижу Хайзене. Тут Нижний Новгород, братан, это тебе не Диснейленд. Гейский фэнтези мне как-то похуй. Они любят три в одном, речь сейчас не о кофе. Такие вы потерянные, как поняли? Паша Хаскон, а Тимбак его пони. Хотели взять ту нитку, залетели. Я пишу рукой, Бога помни. Почему решил, что твой рэп с преисподней? Я видел вас таких пиздатых карликов пустил. Но мы спросили за хип-хоп, а ты ебальник опустил. Копать инфу на вас, фу на вас. Это плевая деятельность. Зачем что-то копать, если все лежит на поверхности? Они думали, что мы добили, это уже ДН. Вынуждаю вас расстроить, но... Крикла, курки, я не докрепят, я не
снял. Куртку снял. Спасибо, ребят. Как вам раунд, здоровье? Вот скажи мне. Это очень круто. Слушай, мне интересно. Вот они его позвали для поддержки. Они, он зарабатывает, нет? Друг, наверное, их... Или брусок прыгает. Нет, а как сильно их любят фанаты, да? Какие вообще. Они... Какие они молодцы, что популярные. Они так поддерживают. Популярные. Нет, популярные. Они такие активные. Они так поддерживают. Ты глянь, что творил вот эта оранжевая курочка. Ну, я даже не знаю, вот среди тех, кто, кого мы слушали, есть ли более сильная пара, чем, сильная, чем вот Сол и Тимми? Сильная, сильная. Есть реально, ли более сильная пара? Нет, реально такая группа, парочка, да, прям вот есть, команда, есть да. Такие сложенные, слаженные пары, не которые знаю. Хорошо работают? Ну, например, 2 по 0,5 хорошо работают. А, ну они тоже, два да. Типа хорошо вместе сработались. Ну вот они очень, конечно, сильные. Угу, угу. Ну это просто... Угу. Шикардос. Да, шикардос. Смотри. Что-то, по-моему, как-то тохленько, народ. Я переспрошу, как вам раунд нищеты и собак? Какой тохленько. Ответный третий команды раунд. Как в последний раз? Блок Крю, погнали. Посмотрим. Что они ответят? Как ответят они вдвоем? О. Yeah. О. Мяу. О, йо. Молодцы, пацаны, да? Рэп старой школы пошел. Ну, атмосферно они так, у них прям такая атмосфера сразу создается, да, их выступление. Интересно, интересно. У них вообще другое, другое направление. Не то, что направление, но другое. Как сказать, интонация другая, да, ты чувствуешь? Интонация другая. Вот эти ребятки, они как-то на повышенных тонах, да, а эти ниже. Они рычат. А, да, и шепотом, да, да, да. Ближе к рычанию, да, и к шепоту. Это пока они так нас подкармливают. А потом, как дадут дрозда. Давай смотрим. Всем сердцем, все представители однополчий месть. Черти бодрятся под КВН и стендап. Побед драм энд бейс. Но заскулят, как тут, сука, ебучий май фейс, бля. Кухня, рекорд, стены в грязи. У, что ты тут глинами сил? Ебливые МС, малолеток стали мессиями. Нищета вкатывает, а ну там красивый. Но у них бит более спокойный, смотри. Uh-huh. Да, у них бит, ну, они их выступления соответствуют этому биту. Стали сели, не собирали консилиум. Не так летели на спать, это всех. И что ты хотел, мой блог министерства, не твоих собачьих дел. Вот так думаешь, наш проход по фарту? Нет, победили по фарту, Тимурик. В чем ты испачкал фарту? Калскалка раскатывал, Никита воровал строки. Это что, блядь, пасхалка? Моя парта, это пасхалка. Глядя на тебя, понимаю, ненавижу ебаный цыган. Ногам полкан, ты пес, я Ксандр, бригант, ухантер. Скрученная флора, пробиваешь, жрать славу. Да ты сам, сука, спустишь из вагона корешей. Из бега я в помойке, я спущу себя в шкуру. Так и ты не сложный грудь, не Сережа, ты не рокер. И короче, что нужно, живы без чит-питов. Где коллеги, два ливакс, расни, завести из на другие биты. Вода в табу, ты пак, парень, сука, слушай, голос. Сидеть, кричать, что ты мой крэп, грэп. Но ты лишь сокол, а тимаковский, оно без голос. Блок, сухи блок, береги в директиве вас. Здесь траектория, я представлю губам. Молодец, молодец, интересно. Текст интересный, мне слушать интересно их, да? Ну, матик, конечно, есть, да, они их постоянно вот это... Ну и что? Ну, просто говорю, да? Текст хороший, интересный, мне нравится. Ну, они, да? Конечно, очень хорошо подготовились. Да, подготовились очень шикарно. Сильное выступление. Ты знаешь, я вот думаю, вот эту литературку как сделать? Это же нереально, по-моему, да?
вот так все проговорить, каждое слово, да? Угу. Это же очень тяжело. Угу. Вот они молодцы, да? И они еще голос меняют. Талантливые, да? Очень. Талантливые ребятки. И по компании так вытащит все поглухая толпа. Высочек лаковый, крутите знаками, вырвемся на хитом эти маньяками. Сбили по сети, бабки-то талахи, чтоб вам не калякать, идите вы нахуй! Чтоб вам не калякать. Все, что ли, батл? У них батл. Молодцы. Дайте шуму за этот батл. Угу. Про эту пару тоже. Эта пара очень круто сработала вместе. Да, они друг другу тоже подходят. Да, они тоже друг другу подходят, между прочим. И у них по интонации они подходят друг другу, и они друг по энергетике. По энергетике. И они, знаешь, тоже вступают, например, вот они читают другой, вступить должен. Они прям вступают на прям как положенное. У них прям все синхронно получается. Он читает, другой раз и синхронность. Молодцы. Это же не просто... Да, крутые. Да, такая подготовка. Просто собаки здесь более танцевальные сделали раунд свой. А так эти, конечно, молодцы, рэперы очень крутые. Тоже крутые, молодцы. Это новые для нас. Молодые. Первый раз просто слушай, их видим. Молодые, но они такие талантливые, да, скажем? Ну, мы в первый раз их видим, это для нас. Мне нравится, да, молодцы. Что-то новое. Даже... Судьбу команды определяет сумма 5 судейских голосов. Первый судья. Ну-ка, тихо. Человек, который прочитал очень много стихов, очень много рэп-батлов, исполнил очень много рэп-песен. Ну, в общем, Эрнесто, садитесь, дайте ему шуму. Эрнесто, вот Эрнесто. Помнишь, в пальто был в сереньком, более, да? Харизматично. Так, тихо. Ну, в принципе, это вообще характерно, ты не считая собаки. Да, они да. Изначально да. Футбольные показались одной из самых ярких команд. Да. Хотя бы по названию. Просто довольно одинаковых названий у всех остальных, эти ребята выделялись. Но, мне кажется, что несмотря на обилие харизмы и вот такое движение сценического, и палитры какой-то технической, но Тимми немножко подзахлебнулся в первом раунде. Мне кажется, что Тимак сделал чуть более понятно по флоу, чуть более простые ритмические повторяющиеся рисунки, но он их сделал четче. Поэтому я первый раунд удалил Тимаку блоккой. Второй раунд – Хаст против Соула. Соул сделал в своем стиле опять очень ярко, харизматично, но опять я увидел, что по сравнению с предыдущими батлами «Нищеты и собаки», насколько я успел судить, и даже в сравнении с теми батлами, которые были на этом раунде, очень много каких-то, не то чтобы сбивок здесь было, но немножко вот… Сбивка была, была сбивка немножко. То есть чувствовал, солидарно, да, с ним? Ну, была сбивка, я сказал тебе. Проще, с меньшими изысками. Видишь? По сценическому движению, условно говоря, и по флоу, но это было целостнее, спокойнее, как будто бы увереннее. Да. И не могу сказать, что я однозначно здесь отдал бы Хасту, но поскольку уже делать надо, Хасту. Нам сказали в каждом раунде, то все-таки, опять же, в каждом раунде я тоже отдам блок Крю Хасту. Я в шоке. Да. Здесь я отдам голос строго нищете, это как бы уже, да, ничего не решает, но я хочу выделить их, потому что у них действительно получилось сделать раунд в последний раз. Качева, Вайбова, мне запомнилось много строчек и про Ван Гога Вандала, и про то, что ты видел улицу только на Google картах, по-моему, довольно забавный панчлайн. То есть третьим им удалось с помощью того, что друг друга поддерживали, бэчили сделать да, то, что да, поодиночке да. Почему-то в этот раз не получилось. Да, да. Блок-крю, хороший раунд, но уже после первых двух таких спокойных от них, опять же, здесь не было какого-то удивления, пацаны вот так вот вышли на урбане почитать. Такое было ощущение. Поэтому третий раунд строго за нищетой, но они получили свое, они проиграли, потому что, мне кажется, немножко не подрослались, к сожалению. Я не желаю только удачи, потому что команда интересная, но в этот раз как будто бы недооценили своих земляков, и я отдаю в итоге 2-1 голос за блок. Второй судья. Они. Раньше слава у нас была, сейчас кубок МЦ, смотрите. Батл вперед МЦ похоронил, дайте шоу. Слушай, ну скажи, ну они правда читали хорошо, ведь, да? Кто? Вот эта команда. Вот им ждали первое место. Не первое, а вот первый судья. Блок Грэм, да? Блок Крю. Да. Им дали первое место. 1-0, вот 1-0 туда. Но они реально читали, да. У них тембр, и все-все-все они подработали, да? Ну да, да. Но больше все-таки настроение, и толпу зажигали собаки. Да, собаки. В первом раунде батлились Тимак и Тимми. Ага. Что я могу сказать? Тимак нормально навалил, кинул какие-то предъявы, но в целом по общему фону они мне оказались такими усредненными. То есть мало было каких-то личных, наверное, предъяв, которые подходили именно к его оппоненту. И в целом я могу назвать это выступление средненьким, достаточно несложным. Ты знаешь, как его зовут? Да. Как? Ох. Нет, его настоящее имя. Нет. Не знаешь, да? Mm. А как думаешь, как его зовут? Ну, откуда я знаю? Ну, просто скажи. Как? Серёжа. Вот реально, да? Вот скажи, да? Я тоже не знаю, но мне тоже кажется, его Серёжа зовут. Вот почему я не могу понять? Но он не Серёжа? Я не знаю, я забыла. Ну, нет, посмотрим. Не знаю. Просто вот видишь человека, да и все сразу. Сергей, это Серёжа. Это Серёжа. Давай послушаем. И что меня еще удивляет в этих батлах, всегда неожиданно. Ой, он казах. Вот знаешь, не удивлюсь, если еще и он казах. Вот он? Серьезно. Да. Там они все друг на друга не похожи. Какие-то конкретные строчки выделить, панчлайнов особо запоминающихся не было. Все, что я запомнил, что у него есть такой определенный стиль.
стиль. То есть вот он читает как такой олдскульный рэпер, похожий там, немного на Вязну Луина, вот на Рамироса немного похожий, ему предъявляли. Но не хватает какой-то направленности на оппонента и, наверное, не хватает, как бы сказал, актуальности, наверное. Чуть-чуть неактуально на сегодняшний день звучит такой стиль, я считаю. Ты сказал, да, помнишь, неактуальность звучит стиль. Батя показала как более яркие панчи, ударки. Они били, наверное, больше по сопернику конкретно. В целом, мне кажется, разнообразнее флоу тоже у Тимми. Вот он вообще достаточно ярко читает рэпчик. То есть, мне кажется, вживую вот половина строчек пролетали мимо ушей зрителей, но они все равно качались от того, как он это делает, как он выступает. В этом раунде я дам победу «Не считай собаки». Второй раунд. Сложно мне его оценить чуть-чуть по-другому, потому что в целом мое описание подойдет и к этому раунду тоже. Хаст, по-моему, он отличается рифмовкой от Тимака. Прикольная у него рифмовка там. То есть у него нет каких-то там сложных двойных рифм, но у него очень прикольные такие созвучия, такие в стиле твердого Микки такого. То есть олдскульчиком нормально попахивает, это даже хорошо. Но опять же, в таком формате, как «Рвать на битах», 2019 год. Да-да. Ты же сказала. Бачлайны. Что я сказала? Немного проигрывает. И когда что стиль другой вот у них. Соперник. Немножко... Понимаешь? У них стиль, как будто слушаешь рэпера старой школы, да, 15 лет назад. 19-й год как будто. Угу. Его из группы «Не считай собаки», то снова я вот ощутил просто эмоцию того, что этот парень скилловит. То есть у него тоже, он лучше знает, как писать панчлайны, лучше знает, как их именно в каком порядке расставлять, чтобы толпа реагировала, куда бить, он лучше понимает, и как-то с флоу тоже играется прикольнее. Вот его панчлайн я запомнил. Real Talking. Типа, ну, кольца и Talking. Ну, вроде бы нормальный панч для базы на битах, и я такого не слышал, потому что часто на битах повторяются союзные панчи просто в каком-то новом виде. Или там еще были какие-то панчи, просто все запоминать сложно. Второй раунд Хаст против Соула. В принципе, этот раунд для меня очень похож на первый раунд. Снова парень из команды «Не считай собаки» показал получше ритмы, получше флоу. У него были какие-то панчлайны, которые я запомнил. Хаст читает тоже со своим стилем. Стиль похож на его партнера по команде, но при этом у него есть свой стиль рифмовки. Как-то по-своему рифмует. Немного мне напомнило твердого Микки его стиль рифмовки. То есть это не какие-то такие двойные ритмы типичные, как у всех. Но при этом, опять же, как и в первом раунде, общий показатель скиллов по всем параметрам больше был у команды «Не считай собаки» и голос в этом раунде. Третий раунд «Не считай собаки» и «Блок Крю». Здесь для меня тоже победила команда «Не считай собаки». Они отлично выступили, сплоченное выступление. Они там разорвали зал, наверное, одни из лучших в тот вечер. Плюс, что хотелось бы отметить, в этой команде нет явного лидера, как в подавляющем большинстве других команд, и это здесь идет в плюс, потому что оба чувака имеют свой образ, свое лицо, свой стиль, не похожи на друг друга, но при этом хорошо... Интересно, вот он интересно сказал, что как будто здесь нет лидера. Но все-таки, если нужно выпустить... что-то такое сразу серьезное, чтобы сразу же, знаешь, напугать соперника. Все-таки Тимми пойдет. Тимми, да? Пойдет все-таки Тимми. Угу. Но он и на вид грознее. У него вид-то грозный. А вид все равно большую роль играет. И у него голос, он все равно, вот у него интересно, классно звучит голос. У Соло тоже крутой голос. Угу. Но вот Тимми, он как-то эффектнее смотрится. Угу. Я думаю, что именно в выступлениях Тимми, конечно, у них там главную роль играет. Но если надо там на вопросы какие-то ответить, тогда Сол, конечно. Друг с другом сочетаются. Парни из команды Блок Крю, в принципе, тоже хорошо сочетаются, но у них как будто есть очевидный лидер, это Тимак. Плюс тема раунда была как в последний раз, и вот именно в этом командном столкновении... Ну, мне кажется, вот этот вот... Как его? Тим. Это Тимак был или Хаст? Тимак. Это вот это? Да, Тимак, по-моему. Первый, который пониже ростом. У него интересное исполнение очень. Да, манера исполнения. Да, она как будто слушаешь там рэпера 15 лет назад. Это в хорошем смысле, сказал, я хочу вот он сказать. Сказал сейчас, по грани. Это комплимент. Да, это ни в коем случае не оскорбление. А вот этот вот, который, вот этот, как его? Он Тимак или Хаст? Хаст. Вот этот вот, вот. Он какую-то нотку современности вносит, мне кажется. Ну да, они интересны. Они разные очень, но они интересны друг с другом. Да, мгновение чувствовалось желание победить, рвать, идти дальше у команды «Не считай собаки», а чуваки из команды «Блок Рю» на секунду мне показалось, что даже заранее ожидали поражения, и это тоже передавалось зрителям. Короче, 3-0, побеждает «Не считай собаки». Третий судья, организатор проекта и один из самых опытнейших, судя на моей памяти, Антон Лакосов. Знаешь, что про Антона Лакосова? Ну-ка. Первый раунд начинали «Блок Рю», МС Тимак.
Мне не очень понравилось, что он сделал. На самом деле, в принципе, было неплохо. Были неплохие моменты, там, типа Friendly Fire, мы ведем огонь по своим, из своего же города. И неплохо, что-то патолога на Анатом, на Дина Батом, неплохая рифмовка мне понравилась. Но очень много было неразборчивого текста, слабое, я считаю, подавление на оппонента, не очень сильно по подаче. Его противник из команды «Не считай собаки», Тимми, на мой взгляд, сделал вообще охренен. Он прям ворвался мощно в игру, на пиздатом бите. Что мне нравится, во-первых, это его рага-подача. Я считаю, что он не похож уже на Нонейма, делает что-то свое. Мне вообще показалось по сильной, по акцентированию, потому как сильно Тимми подает, что он, наверное, все-таки фронтмен, не считай собаки, хотя раньше я так не думал. Вот, ну и он очень четко подчеркивал оппонентов, там, вы там башка ржавый финис эффект, какие-то прикольные штуки, переделал их хук. Типа, если ваша крю идет по пятам, то мы впереди, качнули и зал. Я считаю, что Тимми здесь прям уверенно заебал соперника. Во втором раунде начинал соул. Меньше мне понравилось, чем его партнер по команде. Сделал неплохо. Понравилось за рифмовку, но не все слова понял даже с видео. Плюс кое-где были сбитки, там что-то рассказов, Карамазову. Ну, как-то неплохой раунд, в принципе, достаточно интересный. Панчи есть, но не такой мощный, как у Тимми. Хас тоже сделал, мне кажется, не слишком удачно. Какие-то один панчлайн буквально, ты слишком сладкий для вашего города Горького. Остальное там, ну, сайт Пикентах, я не знаю, как это воспринимать. Либо баян, либо прикольный панч. Но мне кажется, что Хас мог бы вообще прям, типа, захуяривать соперника, как он может это в треках, как он делал в других батлах, даже с X-Temple, где он простые подъемы использовал. Здесь, мне кажется, не расплескал потенциал, и буквально там на Тоникова все-таки тоже отдам в этом раунде победу Соул. Командный раунд. Начинала команда «Не считай собаки». Во-первых, мне кажется, что обе команды не раскрыли тему, как в последний раз. Я этого не слышал, но стратегически «Не считай» сделал очень крутой раунд. Сначала зачитал душевно про пацанов, потом постепенно вышло на кач. Очень красивые были рисунки, что-то тишины, вышитые, нищеты. Там тебя спросили за хип-хоп, ты ебал, отпустил. Отсылки к игре я не хочу увидеть на батлах к судейству Эзику. То есть, ну, они прям хорошо насытили текст. Блок Рю, на мой взгляд, выступили менее уверенно. Неплохо читали. Есть какие-то находки, типа там шакала, ну, без вот этого интересного противопоставления по тексту. Но есть и вообще дичь, типа глину месил, ебливый МС, мне кажется, это рифм уже лет для 10, это, типа глина мишенью этому. Неплохо читали, но понравилось мне меньше, и так это качало зал. И... Все равно рифмы друг у друга берут, да, и используют старые рифмы, да. Все равно вот себе вот пишут они в копилочку, да, какая тетрадка есть, понравилась какая-то рифма, просто это записали так, как между прочим, да. Потом, а потом перефразировать можно как-нибудь. Перефразировать, и можно ее дать, в да? В дело впустить. Да, да. Ну, это так должно быть, но мне кажется, просто вот еще блокеры увидели, какая огромная поддержка у собак. И это тоже, конечно, влияет на психологическом уровне. И не так это круто воспринимается на видео. Да, раунд, окей, как бы, но не считаю, я считаю, уверенно и мощнее здесь победил соперник, поэтому отдам победу нищете со счетом 3-0. Четвертый голос — это голос зала. Я называю имя команды, зал говорит свое мнение, а шумомер показывает, кто победил. Ну, конечно, не считать для зала, да? Зал-то да, вообще... Да, это уже даже можно не измерять. Видишь? Некоторые специально молчат, плохо, смотри. Плохо кричат. Они же тоже хорошо, да, читали, все им хорошо было, да? Угу. Можно было погромче кричать. Так мало фанатов. Угу. Почему так? 113,3 дБ. А сейчас очень будет, наверное... Обнуляем. 150, наверное, будет. 170. Да? Тихо. Не считай собаки! Нищету любят, да. Надо же. Глянь на эту. Да, нищету любят, конечно, ничего не скажешь. Голос толпы уходит команде. Не считая собаки, 117,8 дБ. Спасибо, народ, я. Спасибо большое. Опять голос это Маркус. Выберите победителя в голосовании. Оставляйте комментарии. Я так тоже думала. С вами был Дэн Ченни. Мы продолжаем рвать на метах. Спасибо всем, народ! Друзья, давайте мы с вами тоже подведем итоги. Так. Мне кажется, что собаки просто вносили элемент праздника, веселья и танцев. Mm-hmm. Вот это вот отличительная черта у них. Еще у них был хороший такой танцор диско. Да, ну вот тех он... тоже был, у тех тоже был танцор диско. Но там не сзади. Очень, не такой. Нет, у них тоже были хорошие, да, да, да. Да. Ну, мы так и думали с того, что нищета выиграет. Нам, конечно, они ближе уже, да? Ну, потому что мы их целыми днями смотрим, да. Да. А те мальчики тоже мне понравились. Они очень крутые, да. Очень крутые, очень. Особенно у того, как его зовут, Тимак, да? У него-то, какой у него голос? Он может... Нет, у них у обоих очень красивый голос. Да, я вот про Тимака скажу. Он Тимак, как это красиво... какой ты имеешь в виду? Первый, который первый, самый да, выступал? Самый-самый первый, да. Самый первый. Ну, вот в очках, которые из другого. Он же как читает хорошо. У него голос на низком. А тот, сделать. Который без очков, тоже шикарный. Тоже шикарный, тоже хороший голос. А Тимак вообще голоса меняет, классно. И они читают хорошо, и без опиночки, все-все-все, текст наизусть, да, все как положено. Круто выступили. Хорошая группа, хорошая, очень. Но они так... меньше зал зажгли. Да. В этом. Ну, зал все за нищету. Нищету и все. Нам тоже понравилось все. Отдохнули от всей души, ребятки.
С удовольствием слушали. Пока, друзья.